«Единая Россия» запустила акцию «Время героев». Первыми ее мероприятиями станет поздравление ко Дню защитника Отечества. Все желающие, в том числе герои России и СССР, ветераны Великой Отечественной войны, дети-герои, запишут поздравления и пожелания участникам спецоперации. А партия поможет отправить видеооткрытки бойцам на передовую. «Время героев» объединит истории патриотизма представителей всех поколений и возрастов. Акция будет реализована на базе общественных приемных «Единой России» и на площадках центров объединения гражданских инициатив «Единые» вместе с Молодой гвардией «Единой России» и Ассоциацией героев России. Мероприятие стартует в 13 регионах страны, в том числе и в Подмосковье.